Хорошая новость пришла из Латинской Америки. Ну, собственно, она не новость, но очередное подтверждение. Не будут они отправлять никакое оружие на Украину, слава богу. Почему же они не будут? Ну, потому что кому, как Латинской Америке, не знать и не ощутить на себе всю американскую любовь. А американская любовь признает только один вид физической любви, который называется БДСМ. Я не знаю, можно это слово произносить в федеральном эфире? У нас уже все слова можно произносить. Но Америка умеет только так. Только садизм, только завязать, связать, рот кляпом заткнуть и терпи, что называется. Она так отлюбила, вылюбила многократно всю несчастную Латинскую Америку не один раз. Я даже не знаю, если ты сказал 4 гектара солнцепек накрывает, есть ли в Латинской Америке где-нибудь 4 гектара, которые не накрыты были никогда, да, отлюблены Америкой так со смаком, знаешь, как в фильмах, которым нельзя смотреть.